Команда врачей борется за здоровье пациента. Несколько человек работают слаженно, как исправный часовой механизм. Движения отработаны и точны. В помощь волшебным рукам хирургов – высокотехнологичное оборудование. Операционные больницы Середавина оснащают в преддверии чемпионата мира по футболу. Учреждение будет главным по приему пациентов во время Мундиаля. А потому уже сейчас больницу приводят в соответствие всем мировым стандартам и требованиям ФИФА. Ремонт отделений, оснащение высокотехнологичным оборудованием, создание условий комфортности и приватности. Мы ожидаем, конечно, в первую очередь, это подготовка идет спортсмена от спортивной травмы. Конечно, в эту очередь больше упор будет сделан на подготовку травматологии и спортивной медицины. И, конечно, нельзя исключить, конечно, пациентов с острым коронарным синдромом, потому что все равно это переживание, это стресс, возможные нарушения, которые связаны будут с питанием. То есть фактически весь спектр, который связан с острыми состояниями. То есть мы, в общем-то, ничего не боимся, ожидаем принять все, что к нам придет. Из опыта проведения прошлых чемпионатов в больнице ожидают около 1000 обращений от спортсменов и гостей города. Официальным языком чемпионата мира является английский язык. Об этом предупреждены также и все приезжающие. Для адекватной подготовки, в том числе медицинских работников, нами разработана внутренняя программа обучения совместно с медицинским университетом, специальные глоссарии для врачей, для среднего медицинского персонала, диалоги. В настоящее время мы уже проводим обучение нашей команды. Жители Самарской области во время чемпионата не почувствуют недостатка внимания врачей. Будет разработана схема приема так, чтобы медицинскую помощь в полном объеме получили все пациенты. Марина Матвеевна, «События».